Привет всем! Сегодня у нас чистые факты о воде, вытащенные со всех уголков интернета. Итак, приступаем. По сведениям ЮНЕСКО, самые чистые запасы пресной воды находятся в Финляндии. Около 1 миллиарда людей не имеют доступа к чистой питьевой воде. И основная масса воды на Земле находится не на ее поверхности, а содержится в мантии и превышает наземные запасы более чем в 10 раз. Употребление чистой воды вместо других напитков снижает аппетит и способствует скорейшему похудению. А самая дорогая вода продается в Лос-Анджелесе. Стоимость литровой емкости с эксклюзивной жидкостью, украшенной кристаллами Сваровски, составляет $90. В мировом океане содержится объем питательных веществ, превышающий годовой урожай на всей Земле в 20 тысяч раз. А таяние всех ледников приведет к поднятию уровня мирового океана на 64 метра и затоплению 1/8 поверхности суши. А вы знаете, что Нил – единственная река, исток которой начинается у экватора, а течение направлено от него. Естественный процесс очищения загрязненных подземных вод занимает несколько тысячелетий. На Земле вода – единственное вещество, находящееся одновременно в трех состояниях – газообразном, жидком и твердом. Как ни странно, лед образуется быстрее из горячей воды, чем из холодной. Абсолютно чистая вода без сторонних примесей замерзает при температуре значительно ниже 0 градусов по Цельсию. Ученые различают 5 состояний воды в жидкой фазе и 14 в замерзшем виде. При охлаждении воды без примесей до минус 120 градусов по Цельсию она превращается в вязкую субстанцию, а при охлаждении ниже 135 градусов приобретает свойство твердого аморфного вещества без кристаллической решетки, подобно стеклу. У воды наибольшая теплоемкость среди всех жидкостей. В чистом виде H2O в природе не встречается, так как является универсальным растворителем и всегда содержит в своем составе растворенные вещества. Вода абсолютно не поддается сжатию, но при этом меняет плотность при изменении температуры. Вода – одно из немногих веществ, которые увеличиваются в объеме при переходе из жидкого состояния в твердое. А существование белковых форм жизни невозможно без воды. Самый высокий показатель плотности у воды наблюдается при температуре плюс 4 градуса по Цельсию. Вода может замерзнуть при температуре выше 0. Вода пропускает только видимый спектр солнечного света. Она поглощает инфракрасные лучи и радиацию. Человеческий организм состоит из воды примерно на 80%. И длительное употребление дистиллированной воды ведет к дефициту минеральных солей в организме и множественным нарушениям его функционирования. А на этом у нас пока все. Итак, слишком много фактов насыпали. Всем всего самого наилучшего и, конечно же, чистой воды.